Ну, а на самом деле? Вряд ли черным рынком и нелегальными денежными потоками в Советском Союзе интересуется газета. Думаю, это другая, менее дружественная нам организация. Ее деятельность нужно пресечь, и сделаем это мы, наш отдел. Новый отдел при новом управлении создан новой главой комитета, так, Робби? Ну и что ты предлагаешь? Подкинуть ему наркотики, задержать и со скандалом выгнать из страны? У него должны быть связи, помощники. Их мы должны обезвредить в первую очередь. Поэтому я прошу выделить мне людей для круглосуточного наблюдения за Коттомом. Накроем их всех, всю сеть, и предотвратим крупнейшую идеологическую диверсию. Заговор. Молодец, далеко пойдешь. Я помогу тебе в этом. Но холостяку настоящей карьеры не сделать, сам понимаешь. Почему ты не женишься, Робби? Работаю над этим. Ищу идеал.